Друзья, у меня очень многие спрашивают: Муниз, как вы так похудели быстро? На самом деле я не делала никакую операцию, я просто реально держу диету. Каждый день на голодный желудок бегаю, хожу, качаю пресс, прыгаю на прыгалке. В общем, реально закрыла свой рот, не кушаю ни хлеб, ни сладкое. На самом деле это работает. И у меня, наверное, работает очень хорошо метаболизм. Почему? Потому что очень быстро я пришла в себя и очень быстро похудела. Вот. Так что, девочки, закрываем рот и занимаемся собой. Потому что меня просто в один момент очень сильно разнесло, и я очень сильно испугалась, потому что, вы понимаете, кроме того, что я артист, я еще и девушка, которая всегда должна хорошо выглядеть, за собой следить.